Ежегодно 14 октября любители литературного героя медвежонка Винни-Пуха празднуют его день рождения. Ведь именно этого числа в 1926 году в свет вышла первая книжка о данном косолапом спутнике Кристофера Робина Милна. Некоторые считают датой его рождения 21 августа 1921 года, когда лондонский драматург Алан Милн подарил плюшевую игрушку своему любимому сыну. Кристофер назвал ее Винни-Пухом, и медвежонок стал его другом и спутником. Наблюдая за играми сына с Винни-Пухом, Алан Милн решил написать несколько книг о приключениях плюшевого забавного медведя. Свое имя медвежонок получил в честь медведицы Винни, которая обитала в лондонском зоопарке. Спустя несколько десятков лет, осенью 1981 года, уже взрослый Кристофер Робин Милн в этом зоопарке установил памятник во весь ее рост. В день рождения Винни-Пуха предлагаю вам прослушать главу, в которой Иа теряет хвост, а Пух его находит. Глава 4, в которой Иа теряет хвост, а Пух находит. Старый серый ослик Иа стоял один-одинешенек заросшим чертополохом уголке леса. Широко расставив передние ноги и свесив голову на бок, думал о серьезных вещах. Иногда он грустно думал, почему, а иногда по какой причине. А иногда он думал даже так, какой из этого следует вывод. И неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем же он, собственно, думает. Поэтому сказать вам по правде, услышав тяжелые шаги Винни-Пуха, я очень обрадовался, что может на минуточку перестать думать и просто поздороваться. «Как самочувствие?» – по обыкновению уныло спросил он. «А как твое?» – спросил Винни-Пух. Я покачал головой. «Не очень как», – сказал он. «Или даже совсем никак. Мне кажется, я уже очень давно не чувствовал себя как». «Ай-яй-яй», – сказал Винни-Пух. «Очень грустно. Дай-ка я на тебя посмотрю». Иа продолжал стоять, понуро глядя в землю, а Винни-Пух обошел вокруг него. «Ой, а что это случилось с твоим хвостом?» – спросил он удивленно. «А что с ним случилось?» – сказал Иа. «Его нет? Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться, а твоего хвоста нет». «А что же там тогда?» «Ничего». «Ну-ка, посмотрим», — сказал я. И он медленно повернулся к тому месту, где недавно был его хвост. Затем, заметив, что ему никак не удается его догнать, он стал поворачиваться в обратную сторону, пока не повернулся туда, откуда начал. И тогда он опустил голову и посмотрел снизу и, наконец, сказал, глубоко и печально вздыхая: «Кажется, ты прав». «Конечно, я прав», — сказал Пух. «Это вполне естественно», — грустно сказал я. «Теперь все понятно. Удивляться не приходится». «Ты, наверное, его где-нибудь позабыл?» — сказал Винни-Пух. «Наверное. Его кто-нибудь утащил», — сказал Иа. «Чего от них ждать?» — добавил он после паузы. Пух почувствовал, что он должен что-то сказать полезное, но не мог придумать, что именно. И он решил вместо этого сделать что-нибудь полезное. «Иа», — торжественно произнес он, — «я, Винни-Пух, обещаю тебе найти твой хвост». «Спасибо, Пух», — сказал Иа. «Ты настоящий друг.
не то что некоторые. И Винни-Пух отправился на поиски хвоста. Винни-Пух шагал, шагал. И вот, наконец, усталый и голодный, он вошел в дремучий лес, потому что именно там, в дремучем лесу, жила сова. Сова жила в великолепном замке Каштаны. Да, это был не дом, а настоящий замок. Во всяком случае, это оказалось медвежонку, потому что на двери замка был и звонок с кнопкой, и колокольчик со шнурком. Под звонком было объявление: «Прошу нажать, если не открывают». А под колокольчиком другое объявление: «Прошу подергать, если не открывают». Оба эти объявления написал Кристофер Робин, который один во всем лесу умел писать. Даже сова, хотя она была очень-очень умная и умела читать, и даже подписывать свое имя «Сова», и то не умела бы правильно написать такие трудные слова. «Сова, открывай! Медведь пришел!» Дверь открылась, и сова выглянула наружу. «Здравствуй, Пух!» — сказала она. «Какие новости?» «Грустные и ужасные», — сказал Пух, «потому что Иа, мой старый друг, потерял свой хвост, и он очень убивается о нем. Будь так добра, скажи мне, пожалуйста, как мне его найти?» «Ну, — сказала сова, — обычная процедура в таких случаях ниже следующая». «Что значит бычья цедура?» — сказал Пух. «Ты не забывай, что у меня в голове опилки, и длинные слова меня только огорчают». «Ну, это означает то, что надо сделать». «Пока она означает это, я не возражаю», — смиренно сказал Пух. «А сделать нужно следующее. Во-первых, сообщи в прессу, потом...» «Будь здорова», — сказал Пух, подняв лапу. «Так что мы должны сделать с этой? Как ты сказала? Ты чихнула, когда собиралась сказать». «Я не чихала». «Нет, сова, ты чихнула». «Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала». «Нельзя же чихать и не знать, что ты чихнул». «Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, когда никто не чихал». Я начала говорить: «Сперва сообщи». «Ну вот ты опять. Будь здорова», — грустно сказал Винни-Пух. «Сообщи в печать», — очень громко и внятно сказала сова. «Дай в газету объявление и пообещай награду». Они вышли наружу, и Пух посмотрел на звонок и на объявление под ним, и взглянул на колокольчик и шнурок, который шел от него. И чем больше он смотрел на шнурок колокольчика, тем больше он чувствовал, что он где-то видел что-то очень похожее. Где-то совсем в другом месте, когда-то раньше. «Красивый шнурок, правда?» — сказала сова. Пух кивнул. «Он мне что-то напоминает», — сказал он. «Но я не могу вспомнить, что. Где ты его взяла?» «Я как-то шла по лесу, а он висел на кустике. Я сперва подумала, что там кто-нибудь живет, и позвонила. И ничего не случилось. А потом я позвонила очень громко, и он оторвался. И так как он, по-моему, был никому не нужен, я взяла его домой». «И сова», — сказал торжественно Пух, — «он кому-то очень нужен». «Кому?» «Иа, моему дорогому другу Иа. Он очень любил его». С этими словами он взял шнурок с крючка и отнес его хозяину, то есть Иа. А когда Кристофер Робин прибил хвост на место, Иа принялся носиться по лесу с таким восторгом, размахивая хвостом, что у Винни-Пуха защекотало во всем теле, и ему пришлось поскорее пробежать домой и немножко подкрепиться.